Привет! Сегодня в нашем родном городе Гомеле стартовала премьера фильма «Джобс. Империя соблазна». И прямо сейчас мы посетим этот фильм, узнаем, что думают зрители до и после просмотра фильма. Пойдемте! У тебя хватило смелости бросить учебу. Высшее образование не заменит опыт. Босс, над чем колдуешь? Это компьютерный модуль, который подрубается к телеку и выводит изображение. Стив. Ого. Ребят, привет. Привет. Расскажите, какие у вас ожидания по сегодняшнему киносеансу фильм «Джобс»? Ну, вообще, думаем, будет впечатлительная картина. Ну, я думаю, фильм будет достойный. Ждем приятных впечатлений. Хотим посмотреть, как все-таки Эштон Катчер сыграет великого гения Стива Джобса. Жду экшена, слез и сисек. Я не ослышался. Скажи, что ты ждешь от сегодняшнего фильма просмотра? Джобса жду. Просто посмотреть хороший фильм. То есть ничего сверхъестественного не жду. Ты в кино? Как тебя зовут? Никита. Никита. А Никит, сколько тебе лет? 5. 5 лет? А 5С или 5С? Что-то, может, особенное хотите узнать, увидеть сегодня? Да, все-таки хотелось посмотреть, как начиналась империя Apple. Потому что Стив Джобс – это очень необычный человек. И с его уходом, я считаю, что мы потеряли какую-то частичку вот эту вот маленькую. А компания Apple потеряла, ну, очень много, свое лицо, наверное. Пару слов о фильме, что понравилось, что нет. На самом деле фильм замечательный, прекрасная игра Кэтчера, правда слегка нудноват, но в сути, в мысли очень интересно, класс. Ну, фильм немного скучный, но очень хорошие диалоги. Какие-то философские мысли неплохие достаточно. Тяжелый, и Стив Джобс очень тяжелый человек, и, ну, наверное, нужно было быть именно таким, чтобы все это провернуть и создать такую империю. Пару впечатлений о фильме, что понравилось, что нет. Все понравилось, фильм отличный, время потратили не зря. Хороший фильм, интересный, правда, плакали много. Вы плакали или в фильме плакали? В фильме плакали много. В целом понравилось, можно сказать, что книжка была намного интересней. Советую почитать книжку. Ну, цепануло, наверное. Прикольно они на самом деле актера подобрали, то есть похоже очень, было особенно в самом начале. Вот. Ну, а вообще фильм в целом понравился, если так для общей публики, советую сходить.